На Волге только начал замерзать лед. И огромная льдина со стороны пролетарки давит на тот лед, который здесь намерз. И такой сильный-сильный шум стоит, треск, и видно, как он движется. То есть одна льдина наплывает на другую, прям ее скоблит. Надеюсь, звук запишется. Слышно это или нет? Такое расстояние. Он движется.